На рынок возле станции Мытищи каждый день приходят новые поставки цветов. До дня Х, когда мужчины выстроятся в очереди за подарками для своих дам, остается совсем немного времени. У флористов сейчас свой бум, подготовительный. Мы в процессе подготовки. Завозятся цветы, все оформляется, букеты делаем. Здесь уже, кажется, есть все, что можно только пожелать. Для любителей особенных растений – гости из Италии. Анемоны, ранункулюсы – они как пионы, но простоят дольше. И название не сразу выговоришь, что ради женщин сильный пол готов на все. Новинок много, но вот то, что именно весеннее. Вот гиацинты. Они маленькие, стоят до месяца. И раскрывается каждый вот бутончик, у них раскроется. Вот. Кто-то любит деревенский стиль. Вот у нас есть такой тонацетум, ромашки, потому что женщины разные. Мимозы, розы, тюльпаны тоже не сдают позиции. Только бутоны, напоминают флористы, должны быть упругими и держать форму. Цена тюльпана стартует от 40 рублей. Подорожание в пик продаж, уверяет, будет не грабительским. Только дорожает роза и все. И то не намного. 10-20 рублей. Покупатели, которые на цену не смотрят, ждут особенно. Из последних вспоминают мужчину, уставившего квартиру своей возлюбленной розами гран-при. Чек составил 80 тысяч рублей. Но лучше всех знает, чего хочет женщина, конечно, сама женщина. А 8 марта что бы вы хотели получить в подарок? А я ранункулюсы получу. Уже заказ сделали? Да. А почему нравится вам? Очень красивые цветы. Тем, кто не любит монобукеты, помогут составить единственный в своем роде из разных растений – флористический рай. Обычно на 8 марта собираются цветочки таких теплых оттенков. Обычно берется тюльпаны, там герберки, хризантемы, мимозы. Присутствие мозы, конечно, должно быть. В среднем букете где-то сборный выходит, где-то от 1000 до 1500, такие небольшие букетики. А настоящая цветочная революция здесь разыграется уже 7 марта и утро 8. Те мужчины, которые не хотят стоять в очередях, могут купить букет заранее. Он легко сохранится до праздника. Для этого, говорят флористы, нужно просто поставить его в прохладное место и свежую воду. С 8 марта всех женщин поздравляют Жанна Оловянникова, Андрей Капустин. Информационная программа «День».